Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задача 271. Дано. Нам дана прямая, пусть это будет прямая А, и точка А. Из этой точки к прямой проведен перпендикуляр. Проведем перпендикуляр и запишем АH. Мы провели перпендикулярно А. И также из точки А проведена наклонная до пересечения с прямой А. Наклонная АB. И в условии сказано, что сумма длин наклонной и перпендикуляра равна 17 сантиметрам. То есть АБ плюс АH равно 17 сантиметрам. А также нам дана разность этих длин. Но поскольку перпендикуляр меньше любой наклонной, проведенной с той же точки, то тогда разность будет выглядеть так. АБ минус АH равно 1 сантиметру. И нам нужно найти. Найти нам нужно расстояние от точки А до прямой А. Расстояние от прямой до точки – это длина перпендикуляра, опущенного из точки на прямую. То есть нам нужно найти перпендикуляр АH. Тогда воспользуемся вторым равенством. В соответствии со вторым равенством АБ минус АH равно 1. Тогда отсюда АБ будет равно 1 плюс АH. И теперь возьмем первое равенство. Первое равенство АБ плюс АH равно 17. Тогда мы в это равенство вместо АБ подставим выражение, которое мы получили, 1 плюс АH. Тогда у нас будет 1 плюс АH и плюс АH. И это будет равно 17. Или запишем 2ah, а единицу слева перенесем вправо. Это будет 17 минус 1, итого будет 16. 2ah равно 16, и тогда ah равно половине. 16 равно 8 сантиметрам. И нам осталось только записать ответ. Расстояние от точки до прямой равно 8 сантиметрам. Задача решена. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.